неизведанный мир. Люди больше знают о поверхности Марса, чем о дне океана. А уж тем более о его обитателях. Даже тех, кого вы представляли неправильно. Возьмем, к примеру, гигантского кракена. Кровожадный монстр, пожирающий корабли. С чего вы вообще это взяли? Кракены — благородные существа, доблестные защитники. Я Руби Гильман, самый обычный подросток. Кракены много веков защищали моря и океаны от самых ненасытных и опасных существ в мире. Русалок? Да, русалок! Но люди обожают русалок. Я люблю тебя! И я тебя тоже, ноунейм! Естественно, люди глупы. Я Челси. Русалки эгоистичны, тщеславны, самолюбивы. Я великолепна! О, да! Лучшее создание на планете. Что происходит? Господа! Эй, ты в порядке? Я знаю твою тайну. На самом деле, ты не человек, а кракен. Ладно, мне пора бежать. И скоро все об этом узнают. Кушис! Ты готова стать тем, кем тебе суждено? Я хочу просто жить своей жизнью! Ты даже не представляешь, на что ты способна! Это твой час, Руби! Я больше не хочу прятаться! Бабуля! Да? Научи меня, как использовать силы! Камуфляж, суперскорость, броня! А теперь ты попробуй! И даже лазеры из глаз! Да, впечатляюще, правда? Ух ты! Ты просто тупой подросток! А я чертова русалка! Тук-тук! Неважно, насколько страшен противник, кракен всегда примет бой. Кажется, пора подрасти.